Раз, два, раз, два, три. Николь, я тебе что сказала? Раз, раз. Доброе. Один, два, слышно? Так, кто Infinity зашли, слышно, нет? И... Асем, Ирина. Так, у меня сегодня ухо может выскочить, если что. Скажите, если не слышно. Музыку делаю вот. Чуть-чуть погромче. Пойдет? Лена, скажи. Выходной день. Понятное дело, что сегодня будет поменьше народу, наверное. Вероника, привет. Один, один, два, один, два. А, и ладно, нормально. Так, ну, не знаю, я, наверное, начну с основного, да, то есть, как всегда, я скажу по технике безопасности. У нас время еще есть, сколько там, 2-3 минуты, да? Вот. Ну, во-первых, Наташа, привет. Ну, это не во-первых, Наташа, привет. Значит, программа Corona Fit – это... средней интенсивности нагрузка. В программе я использую только собственный вес. И вот сегодня нам пригодится стул наш любимый и две гантели. Ну, я в качестве гантели использую... две... Сейчас вот так. Две бутылки с водой, литровые. Ну, то есть килограммовые. Вот. Кто чувствует, что может больше делать или ему повезло больше, чем мне, есть гантели, берите гантели. Вот. Но в процессе программы, если вы не можете делать тяжелый вес, ну вот кто-то там взял, да, переоценил себя, все убирайте. Здесь главное движение. 55 минут мы должны двигаться, выполнять какое-то действие, неважно. Опять же скажу, что программа средней интенсивности и для средней подготовленности. Это очень важно. То есть я не могу дать одну программу для людей, то есть разного пола, веса, возраста, подготовки и так далее. Да, невозможно. Нет такой программы. Поверьте мне, ни один тренер не сможет дать для 40 человек программу, которая подойдет всем 40 человекам. Да, поэтому данный класс, ну, то есть, так можно сказать, да, он направлен больше на сохранение формы. Если вы начинаете, естественно, вам это поможет как бы стартануть. А для профессионалов это будет, ну, такое разминочка после этой программы. Вот, допустим, я добиваю, да, то, что мне вот не хватало или там не хватило. Сейчас, слава богу, можно выходить на улицу. Вот я после программы выйду на улицу, попотягиваюсь, там, поотжимаюсь и все. Ну, вот, верхнюю часть, потому что 70% программы сегодня и вообще в принципе, да, оно идет на ноги. И это все интенсив. То есть силовая выносливость, общая силовая, где-то на баланс будем работать сегодня, вспомним. Давно не делали, Ира, привет, давно не делали планки. Вот сегодня планку будем делать в первом же подходе, в первом же сете. Вот, поэтому еще раз говорю, следите за безопасностью. Самое главное – это безопасность. Вот, почувствовали какое-то вот, там, не знаю, более резкую, да, там, в колене, в голеностопе, в спине, неважно. Все, переходите на степ, точнее, на шаг. Отпустила, присоединяйтесь. Если какие-то моменты вообще не можете делать, все через шаг. Но самое главное, 55 минут мы должны с вами двигаться, двигаться, двигаться. Никаких не пойдет. Сидеть не надо, лежать не надо, да? Стоять на меня, смотреть тоже не надо. То есть пришли работать. Зашли работать, будем работать. Отдыхать будете потом. Да? Сегодня, насколько я помню, 19-я программа уже или 20-я, ну, потом посмотрю. Вот. Все программы с вот, недавнего времени я дублирую в YouTube-канале. Если не успели, можете зайти и выбрать. Да? Там два вида. Это комплексы, которые минутные, вы можете круги, количество повторений варьировать. То есть, как вам удобно или как вам нравится, да? По самочувствию. Если вы заходите в Corona Fit, вот эту программу, да, она часовая.
Вы делаете точно так же, как и я. Ну, то есть не надо тормозить, на паузу ставить. Не в этом смысл. Смысл пройти всю программу именно так же, вот, ну, как вот в реале. Вот. Программа моя отличается именно этим, что я выхожу в эфир вместе с вами, тренируюсь вместе с вами, делаю все то же самое, что и вы. Точнее, вы делаете то же самое, что и я. Меня это мотивирует. Надеюсь, и ты. Что там? Надеюсь, это будет и вас мотивировать. Ну, мы уже полтора месяца с кем-то вместе. Так, ладно, время, деньги, как говорится. Делаю громче. Все, буду проговаривать. Кто первый раз заходит, не волнуйтесь. Если что-то не умеете или не можете, я все, начинаете прыгать. Все, начинаем, отходим от телефона, смотрим на меня. И начинаем, да, начинаем. Все, скакалка пошла. Я буду все проговаривать. Все. Не теряйтесь. Воду пьем, когда захотите. Все, пошли. Так. Ты сидишь и... Тихо. Поняла? Николь. Так, все, разминайся. Обязательно разминка. Легкие-легкие прыжки. На стопе высоко держите. Пятки на пол уже не опускаются. Но это чисто безопасность, да? Итак, у меня сегодня ухо будет выпадать по ходу. Первый раз веду свои кепочки. 2 месяца назад потерял ее, сегодня нашел. Все, дыхание сразу. Глубокий вдох, резкий выдох. Напрягаем пресс. Я за последние 10 лет столько не делал прессы, как за последние вот эти вот 19 тренировок наших. Укрепил. Дальше некуда. Да? Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Все. У кого есть скакалка, прыгаем прямо на скакалке. Потому что я знаю, некоторые используют. То есть мы имитируем, кто-то там реально. Ну, меня просто не позволит квартира. Прыгать. В этом тоже плюс этого класса, потому что я в такой же ситуации, как большинство из вас, не имея возможности там, ну не имел возможности раньше там, выйти из дома, потому что карантин был. Все в одинаковых условиях. Пошли, армейские. Аккуратно. У кого тоже потолки низкие, чтобы люстру не сбить. Ноги брось. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Ага. Еще немного. Наша задача поднять температуру тела, как обычно. Ну, во-первых, это безопасность. То есть разогретые связки суставов, мышцы, они менее подвержены травмам. Пошли снова в скакалку. Это во-первых. Самое главное – это безопасность. И второе – эффективность программы увеличивается за счет того, что вы доходите до рабочего пульса, есть такое понятие. Последние 2 эфира я пытался объяснить, что такое рабочий пульс, weight loss, кардиозона. Ну, кто заходил, надеюсь, поняли. Все остальные, поверьте на слово, ниже 125-130 ударов, если есть часы, не роняем. Если по самочувствию, да, то есть вам образно, вам всегда должно быть жарко. Все, запомните. Как только ушла отдышка, вы успокоились, пота нет, вам холодно, можете ложиться на диван и в том же духе. Легко не должно быть, не должно быть. Должно быть жарко, тяжело и больно. Пошли снова прыжки. Дыхание полной грудью. Резкий вдох, резкий выдох. Следим за дыханием. Никто не задерживает. Чем чаще дышите, тем лучше. Еще лучше, если полной грудью. Не укорачиваем вдох-выдох. Прыгаем, прыгаем. Поднять температуру тела, поднять пульс надо.
сегодня пригодится стул и две гантельки, как я уже сказал. Но начнем мы с любимых выпадов. Разгонимся. И снова скакалка. Лучше сделать больше разминки, больше, чем потом жалеть, что не доразмялись. Снижаем процент возможности травмы. Так, руки наверх, продолжаем скакалочку. Включаем кисть, вращательное движение кистью в одну сторону, в другую. Будут планки, будет немного отжиманий, поэтому верхний плечевой пошли локти тоже пригодится. Вовнутрь и наружу. Прыгать продолжаем. Вообще привыкайте, там, ну кто старенький знает, новички, 55 минут мы прыгаем, ну как минимум. Пошли плечевые суставы. Вращаем. Плечевые суставы у нас работают во всех плоскостях, поэтому надо разминать, опять же, во все стороны, вверх, ну то есть вовнутрь, наружу. Вот такие вот пошли. У нас 4 сустава, которые работают во всех плоскостях. Это у нас тазобедренный, плечевой, ну я не считаю уже там голову, да, а вообще вот они суставы, которые работают в любом направлении. Поэтому разминать надо активнее, подходить к этому серьезно. Есть, все, остановились. И аккуратно пошли скручивать. Колени слегка согнуты, слегка. Неважно, что вы делаете вертикально, когда стоите, колени всегда чуть-чуть согнуты. Амортизируем, снижаем нагрузку на позвоночник. Скручивание делаем, опять же, не на самотек. То есть вот сюда бросили, в сторону, да? В крайней точке вы должны подхватить. Чуть-чуть напрягли пресс, чтобы у вас инерция не увела вас далеко, и вы не свернули себе позвоночник. Инерцию тормозим в крайней точке. Вот здесь раз, раз, раз. Ага. Ноги шире, пошли лестница. Ой, мельница. Поясничный отдел, самый травмоопасный. Пол тела держится на пояснице, она должна быть сильной, выносливой, растянутой. Еще немного. Есть. Ноги вместе пошли, колени. В одну сторону крутим. 70% работаем на ноги, поэтому ноги разминаем активнее и тщательнее. В другую сторону. Запомните, тренировка идет не для меня, она для вас. Да? Вы делаете все, что я. Я говорю, когда остановиться и когда пауза, но их не будет, не думайте. Ноги на ширину плеч. Женя, привет. На ширину плеч, пошли вовнутрь. Буквально 10-12 повторений и наружу, обратно. Как это говорится, да, лучше переволноваться, чем недоволноваться. Ну, там есть другое выражение. Шаг вперед и пошли. Продавливаем тазом вниз. Растяжка у нас не меняется. То есть комплекс за 19 тренировок, он не меняется, поэтому вспоминаем последовательность. Ну, последовательность может меняться. Не ждем меня, разминаемся. Трехглавые паховые связки в другую ногу. И давим вниз. Аккуратно. Любые болезненные ощущения сразу чувствуем. Переходим на шаг. Ушло, присоединяемся. Но не путаем. Пошли прыжки. Не путаем, не могу и не хочу. Это разные вещи, да?
то, что вам тяжело, так должно быть. Если больно в суставах, например, да, то прекращаем. Итак, начнем с выпадов. Встали, ноги на ширину плеч и просто шагаем два гума назад. Раз. Это разминка, разгон, так скажем, да? Два. Очень немного будем делать. Основная работа пойдет следующая. Слушаем меня. Оставляем опорную ногу, вот допустим вот эту. Делаем шаг назад, переходим через нее, делаем шаг вперед. Мы это уже делали несколько раз. Сегодня начнем с этого. Очередовать будем это с планкой. Но 30, 45 и 2 раза по минуте. 4 круга сделаем. Первый сет, он у нас долгий, как всегда будет. Долгий. Так, мы слушаем, но делаем, да? Не надо слушать и стоять и смотреть на меня. Все время движение. Все время. У кого болят колени, голеностоп, еще раз, марш на месте. Либо без движения, просто встали в одну позицию и делаем выпады в одной позиции, без шагов. Но вы должны двигаться. Еще два. И, наверное, пойдем один к одному, смотрим. Выпад сделали. Вперед. Назад. Готовы? Точнее, вы уже должны делать. Все. Пошла работа, первый блок. Пока 1-1 идем. Потом будем увеличивать, добавлять пружины и так далее. Сейчас просто 25 шагов на одну ногу. То есть раз мы считаем только, когда вперед двигаемся. Не раз-два, да, вперед-назад. А только движение вперед. Это считается за счет. Ага, 10. И делаем, пока я делаю. Даже если вы ушли вперед по количеству, ничего страшного. Со мной. Идем со мной. Еще 8. 7. Выпад. Сгибаем оба колена. Сгибаем оба колена. Не надо имитировать, не надо. Для себя делайте. Еще 2. Колено почти в пол касается. И 1. Поменяли ноги. Пошла. Вторая нога. Я специально беру разные ракурсы, чтобы было видно. Опора остается. Вот она. Мы на ней просто передвигаемся. Шаг комфортный. 90 градусов коленных. Колено в суставе. Уходите вниз. Почти касаясь пола. Почти касаемся пола. Можно даже коснуться. Это амплитуда. Амплитуда. Пол амплитуды. Пол результата. Работаем, работаем. Еще 10. 9. 8, 7, дышим полной грудью, вдох-выдох, как угодно, как удобно. Николь, помолчи! Еще 4, 3, 2 и стоп. Ушли вниз. 30 секунд, первая планка. Сразу стали держать. Держим. 30 секунд, первая. Будет легко. Уже легко. Ножки чуть забились. Хорошо. Пять, четыре, три, два, стоп. Первый блок есть. Подъем. Подъем. Все.
Успокаиваемся. Разминаем ноги. Кому мало нагрузки? Вот вам. Прыжки пошли. Кому много? Марш. Все остальные в легкую. Восстанавливаем дыхание. Фух. Так, отлично, все отлично. Да, сегодня выходной. Да, вчера кто-то отмечал. Поэтому следим. Головокружение. Покалывание в области сердца. Все. Переходим на марш. Слушаем свое состояние. Прислушиваемся. Прыгаем, прыгаем. Через 8. Начнем сразу. Сразу. Синглами. 10 раз. 1-1 на опоре. Потом добавляем пружины. Готовы? Любая нога, пошли. Шаг. Вперед. 2. 3. Ниже. 4. Уходим вниз. Осанку красиво делаем. Красиво. Пресс всегда напряжен. Еще 3 раза. Я счет веду назад. 3. 2. И внимание. Сейчас шаг назад. 3. Тройка. Тройка. 3. 2. Вперед то же самое. 3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. Делаем. 3. 2. 1. Терпи. 2. Еще 2 раза так. 3. 2. 1. И 3. 2. Вторая нога. 1-1. Пошли. 1. 2. Держим. Спина, пресс. Все в тонусе. Ни одной свободной мышцы нет. Ни одной свободной мышцы. Оксана, присоединяйся. Еще. Еще. 3 раза. 2. И 1. 3 пружины назад пошли. 3. 2. Шаг. 3. 2. Шаг. Я меняю ракурс, чтобы видно было. Ага. Еще 4 раза. Держаться. Держаться. Это только начало. Еще 2 раза. Это только начало. Смотрим на меня. Даже если ошибаюсь в количестве, делаем как я. Уходим вниз. 45 секунд планка. Быстро. Встали. Пошли. 45. Так, сильно поясницу прогиб не делаем. Сильный прогиб не делаем. Подкрутили таз, копчик вниз. И не расслаблять пресс. Дышим так же. Глубоко, часто. Полной грудью. Еще 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Стоять. Стоп. Пошли прыжки. Подъем, 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 подъем. Пошли. Фух. Так. Ну, у меня пульс еще не очень. Разогнался. 100, 140.
После программы еще раз говорю. Я, допустим, выйду на улицу и добью немного подтягиваний, потому что в домашних условиях на спину очень сложно найти упражнения. То есть это любые тяги, да, там подтягивания, но перекладин нет, больших весов нет, чтобы тянуть. Поэтому приходится выходить на улицу. Это мне надо. Если у вас все нормально с этим, вы чувствуете, что там ягодицу не добили, да, смотрим. Вот они ваши любимые махи. Ну, их махи называют обыватели, да? Это не махи. Это разгибание в тазобедренном суставе называется упражнение. Каждое упражнение имеет определенное название. Вот это тоже не махи. Это отведение бедра. Вот это сгибание бедра. Да? Ну, это так просто. Чтобы вы знали. Фу, так, кому мало, да? То есть вот эти движения все можете сделать после программы. Все остальные готовимся. Третий подход. Третий. Будет три подхода. Потому что не успеем. Очень интересные упражнения следующие. Оставляем одну ногу, любую. И уже поехали. Один-один. Назад. Вперед. 10 раз. 2. Все то же самое. 3. То же самое. Выпады. Уходим вниз. Давим на впереди стоящую пятку. Сзади стоящая нога остается на носке. Следим за техникой. За техникой следим. Корпус ровно. Смотрим перед собой. Руки идут, как беговой шаг. Как удобно, в принципе. Но мне вот так удобно. Еще 2. И пойдем. Внимание. Шаг назад. 7 пружин пошли. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вперед, семерка. 7, 6, 4, 3, 2. Назад 7. 8 подходов идем вот этих. 8 семерок. 3, 2, 1. Это только 4-я. 4, 3, 2. Еще 4 семерки. 7, 6. Терпи, терпи. 3, 2, 1. Шаг. 7. Держать. Мне тоже больно, я с вами. 3, 2, 1. 2 раза. 7, 6, 5, 4, 3, 2. И 7, 6, 5. 4 сможешь. 3 сможешь. 2 сможешь. Стоп. Поменяли ноги. Фу. И разгон пошли. Шаг назад. Раз. Вперед. 2. Назад. 3. 4. Ноги уже забились, да. У вас те же самые ноги. Вот это движение, когда в шаге, оно задействует полностью обе ноги. Поэтому тяжелее, да, делать на вторую. Еще 3. Но надо. Потому что это вам надо. И мне. Внимание, 7 пружин назад пошли. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вперед. 7, 6, 5. Ниже. 4, 3, 2. Назад шаг. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вперед. О, уже пробило. 3, 2, 4 раза так. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Горит, горит бедро. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Еще 2 раза. Запомните, приседы, выпады, основная рабочая четырехглавая. Ягодица только помогает. 2, 1 и семерка.
Ягодицы только вспомогатель. Основная здесь. 3, 2. Фух, хорошо. И минута. Минута планки. Приготовились. 3, 2. Пошли. Держать. Ножки, да. Ноют, ноют ноги. Все, напрягли все тело. Стоим. Стоим. Еще чуть-чуть. Держать. Держать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и есть. Хо! Молодцы, прыгаем. Все, идем в прыжки. Отлично. Чуть-чуть замнемся, если надо. Глоток воды делаем обязательно. Глоток воды. Прыгай, прыгай, прыгай. Глоток воды. Так, сколько нас? 25. Ну, сегодня, да, меньше, потому что праздники. Ничего страшного. Это вам надо, помните. Для себя работаете. Получите результат. Так. Немного усложняем. Берем стул. Стул. Делаем наши любимые 10 пистолетиков. А потом, смотрите, аккуратно отжимаемся. Поднимаем ногу. Видно? Вот так. И есть. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Сначала, Оля, привет. Лосины, да, я тебе подарю. Так, сначала делаем 10 пистолетиков, потом делаем 20 отжиманий, потом внизу добиваем пресс. Так, даю, время идет. Даю 20 секунд. Стул. Прыгаем. Стул поставьте так, чтобы когда вы отжимались, он у вас не сдвинулся. Чтобы не падать, да? Можно к стене его поставить. К стене, да, самое хорошо будет. Как раз будете отжиматься, он не уедет. Так, меня видно же, да? Вот так. Так, садимся. Садимся. Нога на весу. Поехали. 10 раз встаем. 10. Полностью сесть. 9, 8, 7, 6. Подняли попу. 5, 4, 3, 2. Кто не может, просто приседы на месте делайте. Вторая нога. Просто приседы на месте. Вторая нога, поехали. 10. Не задеть стул, а сесть на него. 3. Прям сели. И встаем. Еще 5 раз. 5, 4, 3, 2. Стоп. Так, надеюсь, меня видно будет, да? Так. Отжимание, поднимаем одну ногу, отжимание вторую. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9. Нога прямая от бедра, не сгибаем. Видно? У меня нога от бедра идет прямая. Еще 5 раз. 4, 3, 2, стоп. Ложимся минуту. Нагнетаем. Легли. Ноги наверх. Пошла минута. Делай, делай, делай. Лопатки поднять. У кого болит поясница, ноги на пол поставьте. Ноги на пол. Все остальные, как я. Ноги вот эти, видно? Вот они. 30 секунд прошло. Дышим, дышим, дышим. Работа. Работа идет. Еще немного. Поднять выше лопатки. Выше подняли. Напрягли пресс. Не надо отдыхать, не надо. Не надо валяться. Вы работать пришли. Еще. 5, 4, 3, 2. Стоп. Сразу встали. Сразу подъем. Сразу, сразу, сразу. В легкую. Здесь сложные пистолетики, да, относительно. Ноги вот это поднимать, это вообще легко. Чуть-чуть отжимания усложняют это упражнение. Но опять же, от стула. Так, смотрите, как можно сделать. Показываю просто вот. Как вариант. Как вариант. Вот так. Быстро, быстро, быстро. Просто покажу. Кому тяжело, вот. Отжимаетесь от стены. Вот так. Все остальные прыгают и ждут меня. Ха. 20 секунд. Так, у меня пульс нормальный. Надеюсь, у вас тоже. Ну, я отдохнул. Так, работаем по 12. 12. 12 пистолетиков. Пошли. Раз. Два. Три. Вверх. Подхватили вверх. Еще. Половина. 7, 8, 9. Мимо стула не сядьте. Еще 2, 2, 1. Сразу вторая. Пошли. Раз. Аккуратно садитесь. Да, есть такие. Писали мне, мимо стула. Не надо мимо стула. 4. Когда уходите вниз, не плюхайтесь, как мешок, на стул. Как раз-таки надо вот здесь притормозить и сесть. И сесть, притормозить. Еще 4. 3. 2. 1. Вот так покажу отжимания. Ага. Фу, пошли, 20. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Работа идет. Идет работа. Ага. Надо, 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 надо. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Легли. Легли. Фу. Минута пошла. Минута. Лопатки наверх. Все, я молчу. Дыхание сбилось. Я с вами.
Делай. Нагнетайте. Усилие в пресс. Нагнетайте. Кому легко, ноги чуть вперед. Увели, добавили нагрузку вот сюда. И чисто вертикально, вперед немного. Наискосок. Это добавить нагрузку. Какого дыхания? Терпеть. Еще. Вы сможете. В моей команде. Слабаков нет. Идем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Стоп. Подъем. Подъем. Отлично. Так, у нас с вами, ну, в принципе, нормально, 20 минут еще есть. Может эфир закончиться, это да. Я проговариваю, что вы должны сделать. Вчера, позавчера были проблемы, связь тормозила, но я всегда проговариваю. Это мы успеем сделать сейчас. Следующий сет. Если вдруг закончится эфир, добивайте сами. Но это не моя, не моя вина, что у Инстаграма только час идет прямой эфир. То надо опять перезагружаться. Я постараюсь успеть. Но вам будет плохо от этого. Потому что я ускорюсь. Придется вам за мной. Готовы? По 15 пойдем. 15. 3, 2, пошли. Раз. Два. Выдох наверх. Три. Концентрическая. Вверх. Сгибаем. Точнее, разгибаем. Колено, сустав. Сокращается. Четырехглавое. Вверх. Выдох идет. Еще. Еще семь раз. Семь. Мне тоже сложно. Шесть. Пять. Но мне это надо. Четыре. Я для себя делаю. Три. А вы для себя. Два. И... Ух ты. Неожиданно. Больно. Три. Два. Пошли. Раз. Вторая нога. Еще раз. Мимо не сядьте, пожалуйста. Лучше опускайтесь медленнее. Посмотрите. Стул под вами. Нет. Еще травм не хватало. Таких дурацких. Еще 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Так, другой ракурс, чтобы видно было. И поехали. 20. Фу. Раз. Грудью тянемся. Грудью. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Держать. Держать темп. Еще 7, 5, 4, 3. Два. Один. Фух. Тихом, тихом. А руки забиваются. Легли. И минута, пошли. Минута. Фух. Подбородок поднять. Лопатки поднять. Руки чаще. Чаще руками. От плеча работаем. От плеча. Не локтем дергайте. Вот это не надо. Летать не надо. Должно быть тяжело.
Тяжело. 30 секунд. Еще. Потерпеть. Дышим, дышим, дышим. Дышим. Еще. Держать. Это финал, держать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. Стоп. Молодцы. Встаем и прыгаем. Всем здрасте, кто присоединился. Мой вам совет. В записи посмотреть. Я закончу через 15 минут. Потом заново запустите. Сейчас не надо, пожалуйста. Профессионал должен оставаться профессионалом. Я не рекомендую сейчас 15 минут включаться. Получите травму. Вы холодные. Мы вышли на пик с основной командой. И сейчас присоединитесь, получите травму. Но как минимум вы не получите результата. Подождите 15 минут, потом заново запустите и пройдите программу. Хоккей. Ну что, финальный блок. Две бутылки. Две бутылочки. Пригодятся. Ну, что делаем? Смотрите. Сидим статикой. Ну, допустим, по три. Потом делаем три выпрыгивания. Да? Опять статика, три выпрыгивания, три круга. Ложимся вниз и с бутылками средняя часть трапеции. Времени у нас немного. Поэтому идем, попробуем без отдыха. Даю время глоток воды сделать. И идем без отдыха. Ну, там сколько, 8-10 минут получится. Прокисшую водичку. Водички полтора месяца. Надеюсь, выживу после этого. Завтра поеду на велосипеде. Кто там хотел? Давайте завтра с утречка. Ну как с утречка? Часов в 9. Вверх. До Медео попробуем. Фух. Итак, 15 секунд. Начнем просто приседы. 10 раз буквально разгонимся. Потом смотрите. Сидим, да? Статика. 3. Выпрыгиваем 3. Опять сидим на 3. Выпрыгиваем 4 вот таких круга. Ну, потом, естественно, будем добавлять. 3, 2, обычные 10 пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Готовы? Сели. 3, 2, 1, 3 выпрыгивания. 1, 2, 3. Сели. 3, 2, 1. 3 выпрыгивания. 1, 2, 3. Сели. 3, 2, 1. 3 выпрыгивания. 1, 2, 3. Еще. 3, 2, 1. И 3. 2. Ну как? Четко. Потом напишите ощущения. По-моему, должно быть весело. Легли. Делаем 30 сведений лопаток. Во-первых, подняли лопатки. Поехали. 30. Плывем. Сводим, сводим. Руки старайтесь вперед выпрямлять максимально. Руки на весу идут, видно? На весу. Не опускаем. Еще. Еще. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Стоп. Фух.
Быстро встали, времени нет. Быстро встали, времени нет. Так, сегодня выходной. По-моему, мужики есть с той стороны, да? Поздравляю с праздником, с прошедшим. Один или два мужика тренируются с нами. Девчонки, они молодцы, мужики в смысле. Вы-то само собой. Надо менять представление о программах, да? Я так прям и чувствую. Заходит, мимо проходит мужик, смотрит, какое-то чудо скачет, да? В кепочке и в лосинках. И проходит мимо, потому что он считает, что это не для него. Это не мужское занятие под музыку скакать. Я похож на девочку? Да? Нет, наверное. Поэтому парней своих, мужей, ну, я не знаю, надо бы, конечно, раньше затаскивать. Но, тем не менее, можно приучить. Можно, да, там, тонны поднимать, круто. На мой взгляд, выносливость важнее, чем сила. Вот на мой личный взгляд. В повседневной жизни нам нужна выносливость и гибкость. Да, чтобы чувствовать себя здоровыми, там, пройти куда-то, дойти, на 9-й этаж не умереть, подскользнуться где-то и не растянуть мышцу, потому что она у вас деревянная. Выносливость, гибкость, потом сила, да, естественно. Фу. Мое мнение. Я не беру спортсменов, пауэрлифтеров, друзей своих. Они тренируются на результат. Я имею в виду обычную жизнь. Силовая выносливость, да, нужна. Чистая сила, ну, кому как. Если прям хобби, да, пожалуйста. Ладно, что-то я разговорился. Разгон. 10 приседов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. До 5 сейчас пойдем. Два. Внимание. Сели на 5. 4. 3. 2. 5 выпрыгивали. Раз. Два. Три. 4, 5, я боком встал, 5, 4, видно, где у меня таз, 3, 2, 5 выпрыгиваний, 5, 4, сели, 3, сели ниже, 2, сели ниже, 1, сидим, 5, 4, 3, 2, поехали, 5, 4, 3, 2, и еще раз, 5, пошла нагрузка. 3, 2, есть. 5, 4, 3, 2. Больно. Больно. На игре. На игре. 40. Пошли. 2. 40 раз. На весу руки. 10. На весу. 20. Еще работаем. О, руки пошли вниз. В самый раз. Средняя трапеция, задняя дельта. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Встаем. Прыжки пошли. Прыгаем. Вроде успеваем. Сейчас разделим. По 10 прыжков будет тяжело. Разделим сейчас. Сидим на 10, выпрыгиваем 10. Опять сидим на 10, выпрыгиваем 10. Скакалка. Потом второй такой же. А потом вниз. Так, мы дошли до пика. Вот сейчас спрыгивать не надо. Не надо. Морально волевые. Какие хотите.
Через не могу и не хочу. Вы должны сделать. Должны сделать. Да, мужей, своих парней втягивайте. Не обязательно ко мне. Ладно. А то потом скажут, что вы притащили тут. Непонятно кому. Да? Мальчик в лосинках прыгает. Главное заниматься. Для себя, для здоровья. Главное заниматься. Чем вы будете заниматься, это ваше право. Ваше дело. Не сидеть. 20 секунд даю. Так, пойдем без разгона. Сразу сядем в статику на 10. Сразу, потом 10 выпрыгиваний. Еще раз 10 статика и 10 выпрыгиваний. Будет больно. 8. 7. Будет больно. Это уже не прикол. И мне в том числе. Приготовились. 3, 2, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, пошли, 10, невысоких, 9, 8, чуть-чуть оторваться от пола, еще, 5, 4, 3, с полуприседа, 2, 1, сели, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, поехали, десятка, 10, 9, 8, ниже, 7, 6, 5, 4, 3, 2, сейчас, голова поехала. Глубокий вдох. Смотрим на меня, давайте договоримся, вот это... Это не прыжки. Вот он. Вот он. А вот это можете потом самостоятельно, как, когда хотите. Мне нужна от вас техника и подчинение. Все, как я сказал. Тогда будет результат. Что потом вы мне не предъявили, да, вот дядя Юра. Ходили к нему, ходили, результата нет. Вот эта дорога, она сложная. Легко не будет. Но результат будет. Готовы? Пошли. 10. Сидим. 8. 6. 4. 3. 2. Пошли. 10. 9. 8. 7. Ниже. 6. 5. 4. 3. 2. Сели, десятка. Ох, вот это больно. Уже больно. 5. 4. 3. 2. Пошли. 10. 9. Забилось бедро. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 5. Я смогу. 4. Вы сможете. 3. 2. Пятьдесят. Ой-ой-ой. Заканчивается. Внимание, народ. Народ, легли, легли. 50 движений сделали. Сегодня стрейч самостоятельно. Можете сделать. Потом обязательно контрастный душ. Завтра в 12. Вопросы, накидывайте вопросы. Я расскажу все, что знаю. Здоровья всем. Удачи. И еще раз здоровья. Доделываем вот это.